Зараз ми знаходимося на виставці автомобілів, яка проходить на Кастрішницькій площі. Ось 20 тут автомобілі. Зараз я їх вам покажу. Ну, вельми шмат. Ну, я тільки некоторі покажу. Ось 20 автомобілі. Смотри на меня. Макар, посмотри на меня. Ну, дотрагивайся, чего? Дотрагивайся, чего? Ты ж не ломаешь. Вот такие автомобили. А вот такие автомобили. Кто любит автомобили? Ну, тут вельми шмат народу. Кому... Я не перешкоджаю. Ну, я же все хочет поглядеть. Вот такие автомобили, ну, это не незвычайно, ну, вот такие. А вот и такие, ваши сегодня автомобили. А вот и такие, зеленка повидим. А это и желтого цвета. Вот такие автомобили. И такие. Ну, а это похоже на машину. Да, наверное, по полю. Мерседес. Вот такая красненькая прыжка. Вот такая тоже красненькая прыжка. А что ты? Давайте поглядим. Ой, погодите, какая красивая. Ой, извините. Вот такая. Ну, вот, глядите, кому цикава. Вот такая. Ну, красненькая. Белый, ну циклад нет. Синий два. И такая. Это не по нашим полосам есть. И такая. Треба шмат часу.
Ну, это я все закрытый вверх. Пойдем, звезда. Надо читать. Это красоватого цвета. Так, этих ребят не видели. Ой, сиди, поглядим, с этого курса тоже. Ну, не написано, вот, ну, червоная. Больше же я знать не буду, уже у меня имени рука становится зима. Ты моя Беларусь, зорная, ты моя Беларусь, ну все, да, побольше.